Какая радость видеть вас на сцене, Игорь Яковлевич! Здравствуйте! А для меня-то какая радость. Дело в том, что эта площадка «Новая волна». И здесь эта площадка открыла очень много талантов. И сегодня вы открываете таланты «Росатома». И это очень сложно найти, воспитать, помочь то, чем вы занимаетесь. Я вам желаю на этом пути успехов. Ура! В этом прекрасном зале мы проведем два вечера в гостях у Игоря Яковлевича, причем в прямом смысле концертный зал «Новая волна», ведь, между прочим. Получается, мы к вам приехали, вы нас в Сочи приютили. Вот так получилось. Получается, немного обо мне сейчас разговор. Давайте о «Росатоме». И скромность – отличительная черта великих. В шоу-бизнесе говорят, скромность – это путь к неизвестности. Это Басков мне говорил. Я вот до сих пор вспоминаю эту цитату, и каждый раз, когда ее слышу, вспоминаю Колю. Это классический амбассадор этой цитаты. Слушайте, шутки шутками и правда. И в «Росатоме» осознают важность поддержки молодых, потому что здорово, когда мы действительно опираемся на опыт и традиции старшего поколения и воспринимаем всю ту базу знаний, которая дошла к нам от предыдущих поколений. Но ведь завтра принадлежит в том числе и тем ребятам, которые сейчас находятся за кулисами. И вот это умение увидеть молодого, неравнодушного, способного к обучению и дать ему шанс, это как раз и является тем, где, пожалуй, ваши интересы, Игорь Яковлевич, и интересы «Росатома» пересеклись. Здесь умеют открывать таланты, вы умеете открывать таланты. У нас совпадают с «Росатомом» интересы, поэтому дай Бог, чтобы у вас появились звезды в вашем мире. Дай Бог, чтобы в нашем мире появилось много звезд, и вы все радовались этому процессу. Сейчас интересы совпадут по полной программе, уважаемые друзья. Люди найдут друг друга на этой прекрасной сцене. Народный артист России Игорь Крутой и международный детский творческий проект, который называется очень круто, актуально, а главное уместно. Nuclear Kids! Встречайте! Папа, мама, помните давно, вы сказали мне то, что половинку нелегко встретить на земле. Может, небесами суждено, может, просто очень повезло, но кажется, что он нашел ее. Притяжение, каждое мгновенье, словно бабочки внутри. Ты и я, так невероятно, и без слов понятно, я люблю тебя. Папа, мама, знаете сейчас, все вокруг как сон. Я хочу сказать в который раз, я в нее влюблен. Она моя улыбка на губах, знаю, что сейчас на небесах. Видите любовь в моих глазах. Ты и я, сила притяжения, каждое мгновенье, словно бабочки внутри. Ты и я, так невероятно, и без слов понятно, я люблю тебя. Лишь мы вдвоем понять смогли все тайны неба и земли. И дотянуться до мечты смогли мы вместе, я и ты. Ты и я,
чувство притяжения. Каждое мгновенье словно бабочки внутри. Ты и я, так невероятно и без слов понятно. Я люблю тебя, так невероятно и без слов понятно. Я люблю тебя. Да, друзья, вот такой удивительный, феноменальный коллектив. Международный детский творческий проект Nuclear Kids. Если вы думаете, что это такой гастролирующий коллектив уже, который много чего повидал на этой сцене, да, я вам желаю, чтобы так и было, ребят. Давайте мы назовем их просто «Атомные детки». Наставник молодых, друг Росатома Игорь Крутой.